Всем привет, дамы и господа, с вами Silent Tip. И я дико извиняюсь за то, что на моем канале не было новых видео вот уже 2,5 недели. Дело в том, что в этот промежуток времени я запланировал собрать себе новый компьютер. И собрался он не совсем так, как хотелось бы. На некоторое время я остался без компьютера и новые видеоролики делать не мог. Знаете, это очень неприятно остаться без компьютера. Не представляю, как люди раньше без него жили. Но я отвлекся. Моя проблема с новым компьютером благополучно решилась. И вот я снова создаю для вас новый видеоролик. Со вступлением я затянул. Теперь перейду к теме видеоролика. В этом видео я бы хотел показать вам, как изменить толщину и цвет линий в программе SketchUp. Вот у меня объемная фигура, отдаленно напоминающая вазу. На примере этой фигуры я буду показывать вам, как меняется цвет и толщина линий в SketchUp. Для работы с толщиной и цветом линий вам нужно открыть окошко «Стили», что запрятано в пункт меню «Окно», лоток по умолчанию «Стили». Вот это окошко. В нем есть три вкладки. Вам нужна средняя вкладка с названием «Изменить». Тут-то, собственно, и настраивается цвет с толщиной линии. Эти цифры отвечают за толщину внешних линий, толщину внутренних линий, скругление, засечки и дрожание линий. Увеличивая цифры в этих полях, вы будете менять внешний вид ваших линий. Чем больше цифры, тем заметнее изменения. Вот так выглядит внешняя толщина 10 и внутренняя толщина 9 пикселей. Если вам нужно изменить цвет земли и неба, то перейдите вот в эту вкладку. С настройками толщины линий, думаю, мы разобрались. Теперь давайте затронем тему цвета линий. Возвращаюсь в первую вкладку, которая называется «Настройки края». Тут есть вот такой квадрат. Он отвечает за цвет линий. Видите, линии у меня больше не черные. Меняя цвет в этом квадрате, я меняю цвет всех линий в моей модели. Так, экспериментируя с цветом фона и цветом линии, можно создавать интересные сочетания. Чтобы вернуть внешний вид в первоначальное состояние, просто зайдите в окошко «Стилей» в раздел «Стили по умолчанию» и выберите привычный вам стиль. Все довольно-таки элементарно. Ну и напоследок покажу вам, как работает карандаш с измененным цветом и толщиной линий. Необычно, не правда ли? На этом у меня все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как изменить толщину и цвет линий в программе SketchUp. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео, зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику Silent Tip Design под видео. Когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране, также она продублирована в описании под видео. В этом календаре видео, отмеченные только оранжевым цветом, выходит на этом канале Silent Tip Design, остальные же выходят на моем основном канале. Различные голосования и анонсы я публикую в группе ВКонтакте. Ссылка у вас на экране. Если есть желание, то вы можете посмотреть другие мои ролики по программе SketchUp, которые уже вышли на канале. С вами был Silent Tip, всем удачи!